Папа, Рэмро. Карл, малыш Карл хочет, чтобы ты встал. Зачем? Папа, Рэмро. Кажется, эвакуатор Том хочет прыгнуть с крыши. А ну-ка пройди. Куда же он пытается прыгнуть? Через 1 час. Том, все будет хорошо. Очнись. Том, Карл тебя просит. Очнись, Том. Не беспокойся, это Карл. Уэзин и Пэмру, что с тобой было? Том, ты хотел прыгнуть с крыши. Но Карл еле-еле спас тебя. Ты понимаешь, если прыгнешь с крыши, то ты умрешь. Скорее всего, погибнешь. Так некрасиво. Уэзин и Пэмру. Тебя Маргарита заставила? Ой, то есть тебе, да? Ага. Том, тебе плохо? Эру. Он помнит, сегодня днем тебя нашел. На дороге. Кажется, тебе плохо, ты болен. Ты не будешь этого делать? Конечно, Том. Завтра он тебя навестит. А пока что отдохни. Карл тебя больше не будет затягивать. Тошнит тебя, Том? Ты подавился, либо тебя тошнит, а? Давай скорую вызовем. Давай скорую. Ты, походу, немножко отравился. Либо ты заболел, либо ты просто так отравился. Уэзин и Пэмру. Так как тебе было тяжело, тебя тошнит? Еще. Вдобавку. Том, так это, по-моему, ротавирус. Тебе стало плохо после этого? Не волнуйся, Том, давай позвоним Эмбер. Она тебя в больницу отвезет. Эмбер. Ты завтра подумаешь, потому что Эмбер спит уже давно. Извини. Плохо. Давай еще немного. Все, давай. Полегчало? Полегчало, но тебе немного хуже. Приляж. Завтра он приедет к тебе, чтобы тебя навестить. Ладно? Когда ты планируешь? Ну, так, чтобы... Ну, когда тебя Карл встретит? Где-то днем? Хорошо. В какое время? Поставишь будильник? В 2 часа дня приходить? Хорошо, пообещают. Лечись давай. Если плохо, звони скорую. Боже мой, как он так испугался. Плохо тебе, Том. Плохо, звони. Том, спи. Том, не беспокойся. Станет плохо, обязательно. Прям обязательно звони врачу. Где-нибудь завтра, ладно? Ты говорил, что завтра? Том, я этого просто не знал. Том!
Том, походу тебя тошнит. Не волнуйся, Том, станет легче. Ах, этот рабочий день подходит к концу. А? Тома вырвало. Хорошо, что ее брат и его брат и супергрузовик поддерживают. Все будет хорошо, Том. Давай. Станет легче. У тебя проблема с рукой? Ты поранился? Да, очень странно. Том. Том, ты, по-моему, из-за этого сильно нервничаешь. Ложись. Ты вернулся так поздно? Малыш Том. Том по тебе соскучился, он волновался. А ему-то в тем более контрольная надо готовиться. А у него вечные прогулки. А? Так как сегодня суббота, ну... Воскресенье силой. Обещай только. Наступило утро. Том, тебя тошнит? Опять? Твой папа заболел. Ты пошел готовиться к контрольной работе? Да-да, иди, малыш Том, готовься. Ты сделаешь там, чтобы никто не заметил? Там нет никого, малыш Том. Абсолютно у вас нет некоторых соседей. Значит, вы не услышите их громкую музыку. Повезло вам. Все хорошо у тебя будет, Том. Давай, все у тебя будет хорошо. Когда ты от этого избавишься? Том, через несколько дней. Самое главное, тебе нужно соблюдать постельный режим. Пока что ложись. Куда? Что из этого есть? Том, спи, тебе нужно отдохнуть. 2 часа дня. Плохо тебе опять, да? Угу. Том, к тебе Карл пришел. Ага. Карл хотел спрашивать про твое самочувствие. Как оно у тебя? Тебе стало еще хуже? А еще, по-моему, тебе жарко. Какой ужас, Том. Не волнуйся, он за врачом. Жди его здесь. Откуда у меня была идея? Идея у меня была где-то вчера ночью. По-моему, где-то в 22 часа вечера. Я баловалась, игралась в телефончике. И потом у меня... Приходит такая вот идейка и решила снять такое видео. Если кому-то понравилось, ставьте лайк.